И пастушка, как бы я хотел целовать твой абрикосовый щечка. Будет вам, Антон Карлович. Будет притворяться, что не узнали. А... Вот и кавалер у меня знатный, хоть и нарядился. Я куражу. Виноват, виноват, государыня, вас я признавал любой. Одежка, дай вас. Разлюбезнейший граф Григорий Горыныч, я тоже признавал. Так потешился бал Маламыч. Ох вы, плут вы, Антон Карлович, нет бы ручку зарыться целовать, а то подавай ему сразу абрикосовые щечки. Очень фрукты люблю. Как идет строительство в Гатчине? Начали ложить стены. Будут вам о делах, люди добрые. Лучше-ка скажите, Антон Карлович, что это за кавалер без маски, что стоит с кузеном графа Орлова? Так это, небось, гуляк или шулер какой-нибудь, Степан Охотник до картежных игр. Совсем нет, любезный граф. Позвольте вам, ваше величество, представить мой отечественник, сеньор Казанова. Сеньор Казанова? Слыхал большой охотник до женского пола? Не всякому слуху надо верить, граф Григорий. И большой ли грех в любовных баталиях, коли человек не жена? Вам лучше знать, государыня. Проси их сюда, Антон Карлович. О, при великих удовольствиях, государыня! Сеньор Казанова! Сеньор Казанова! Его величество, русский императрица! Как я с вами знакомиться! Счастлив быть представленным вашему величеству. Господин Казанов, да вы свободны говорить по-русски. О, ваше величество, это комплимент. Я занимаюсь литературой, искусством. Попутно изучаю языки и нравы разных диких народов. Ваше величество. Я вас не задерживаю, кавалер Гардзиновьев. Вам, наверное, не терпится на танцы. Благодарю вас, ваше величество. Степан! Степан. Кланяйся, любезной тетушке, да не опаздывай на службу. Исполню все в точности, ваше сиятельство. Давно ли в России господин Казанова? Я оставил свой палац в Венеции полгода назад, но 2 месяца я провел в Париже. У меня были встречи по вопросам литературы и философии с господином Вольтером. С господином Вольтером это должно быть очень интересно. Я надеюсь видеть вас у себя во дворце во вторник в 8 часов. Вы мне расскажете о вашей встрече с господином Вольтером. Счастлив, ваше величество, быть у вас во дворце. Во вторник в 8 часов вечера. 8 часов утра, господин Казанов. Я встаю в 6, а в 8 начинаю прием. Мы будем вести беседу за чашкой кофе. Да, и позавтракайте перед этим, господин Казанов. Государыня пьет кофе натощак. И без всяких там сладостей. Ну, вообще, с ее величеством уже само по себе наслаждение. И не нуждается никаких добавок. Учитесь граф куртуазному разговору. Мое обучение, государыня, проходило в казармах, но даже я могу научить господина Казанова кое-чему. Искусству фехтования, например! Я хочу видеть вас у себя во дворце, господин Казанова, и не обижайтесь на граф. Он разбирается хорошо не только в фехтовании, но и в делах государственных. Вот только за добру ему не заниматься. Мод еще! Мои годы, государыня, мое преимущество, еще многое можно успеть. Завидую. Завидую только потому, что вы имеете счастье каждый день лицезреть великую монархию. Антон Карлович. Да, ваша. А вы совсем не принимали участие в нашей беседе. О, русский пословец гласит, в каждый роток не запихнешь молотком. Вам, Антон Карлович, притворяться, что вы плохо говорите по-русски. Вы просто хотите нас послушать. Но оно очень плохо. Лучше проводите нас в чайный дом.